Салам алейкум, молодые. Сегодня видос будет про камбэк, а именно про мага. Мага мы уже начали активно одевать. В принципе, за эти две недели я уже нафармил около 1,5 миллиарда. Вот. Куда мы потратим эти денежки? Пока что я себе купил минус 9. Киток я покупаю еще одну минус 9. Next деньги я буду вкидывать в плюс 5 круг. И думаю в Зию. В Зию, думаю, закинем. Лямов там 150-140, перекинем на нее шестерочку, шариком плюс 7 заточим. И в принципе, что, будем покупать пока мне. Думаю, развитие будет пока такое. Фармим мы пока Гуи в три окна. Там Андрюха в два компа, я в два компа. Сейчас вот пошел на Аургона, чтобы месту выбить какой-нибудь баф на дэмэдж. В принципе, мы и так изи проходим, но я думаю, будет еще проще. Плюс также, когда я уже подделаю немного мага пения, круг ему. А, дудки. Дудки, хотел еще купить дудки, но они что-то варят дорогие. В общем, хочу еще фармить инту, но нужен сикер с 11 обжигом. Пока его у меня нету, так что я фармлю гуй. Также, как вы уже могли догадаться, я вступил в клан, инфлоу. Ребята мне показались, ну, как показались, они мне, во-первых, первое написали. Во-вторых, когда я прошел собеседование, они сказали то, что варклан это плеосуры, Алселдеры и кто-то там еще, не помню. Ну, и в общем, это те самые типы, с которыми я хотел раздавать. И, в принципе, я вступил, как я понял, сюда уже не зря. У ребят самый прокачанный клан холл на сервере, что меня радует. И, возможно, можно будет тагнуть сюда твинчика и буду уже фармить клан холл в два окна. В принципе, по моим расчетам, через 2 месяца я сделаю R8 и фулл по камне. Но под вопросом, когда я сделаю full R8R. Потому что full R8R шмотка стоит сейчас, блин, не помню, но больше лярда точно. Где-то вот такие цены. То есть цены на R8R тут очень дорогие. Пуха что-то в районе 2 лярдов сейчас стоит. Так что пока мы просто скупаем по камне. Также мы с Андрюхой уже начали ходить в ВУ вдвоем. Если кому-то интересно, могу показать, как мы проходим ГУ, как мы фармим, точнее, ходим в ВУ вдвоем. Много чего могу показать. В принципе, я уже очень хорошо освоился на сервере. Начали фармить, развиваться, репутация, опыт туда-сюда. Много людей начал узнавать. Кстати, отдельное спасибо Фольклору за куб. Парниша подогнал мне биржу куба, за что отдельное ему спасибо. В общем, если есть какие-то предложения, там, по поводу, если что-то показать, рассказать, пишите в комментах. Все, выслушаю.